Улыбчивого всем настроения, лето, пора отпусков. Мы все любим путешествовать. Как вы храните свои воспоминания? Это, скорее всего, фотографии, видео, ну, возможно, всякие штучки, магнитики на холодильник, открытки. Если у кого-то есть детки, это еще обязательно ракушки с пляжа, или же камешки, или же некоторые вещи, которые мы покупаем во время отпуска. Я предлагаю вам еще один способ хранения воспоминаний. Этим летом я отдыхала на Азовском море. И кроме красивых фотографий, прекрасного настроения и загара, я еще привезла магнитик, собрала немножечко ракушек, купила красивую ракушку, как же без этого. Привезла еще пару корок от вина, это были прекрасные вечера. И несколько лебяжьих перышек и немножечко такого ракушничка с пляжа. Для хранения моих воспоминаний мне понадобится стеклянная баночка. Обязательно прозрачная и с крышечкой. И все те приятные мелочи, которые я привезла с отдыха. Начну с песочка. Песочек или в моем случае это мелкие ракушки. Будет моя основа, то, что будет мне напоминать о пляже и о прекрасном времяпровождении. Возьму свой магнитик, и он у меня будет размещаться не на холодильнике, как обычно, а в моей баночке, примерно вот так. И сюда же я размещу пробочки, возможно, это будет вот так, возможно, одной будет достаточно, и, конечно же, те ракушки, которые я собрала на солнечном берегу. И еще положу сюда несколько лебединых перьев. Воспоминания о том, какие это красивые птицы и как они нас радовали. Возможно, вот так. Может, еще. А может, я сделаю немножечко по-другому и положу сюда красивую бусинку. Вот так, возможно, будет выглядеть баночка воспоминаний с этого лета. Теперь я закрою плотно крышечкой и оформлю горловинку баночки. Для оформления я возьму бечевку, вот такой якорек, фанерную свою заготовочку и несколько ракушек, привезенных мною с моря. Это будет очень простое оформление,
я завяжу бечевочку на горлышке и свободные хвостики украшу своими заготовочками и ракушками. Вот такая красивая баночка с воспоминаниями о теплом море у меня получилась. Очень красиво смотрится, дополняет интерьер, украшает, а главное, греет своими воспоминаниями об этом прекрасном отпуске.